Этим ребятам недавно исполнилось 14 лет, а значит, пришло время получить самый главный документ. На лицах виновников торжества волнение и радость. Ведь первый паспорт в праздничной обстановке под аплодисменты зрителей им вручает глава Ленинского городского округа. Вы становитесь полноправными членами своей страны. Это, конечно же, важно. Это всегда очень почетно быть гражданами России. Но и каждый раз нужно понимать, что за словом «гражданин Российской Федерации» есть определенные обязанности. Полностью соглашается со словами главы Александра Плотникова. Получение паспорта для нее не пустая формальность. Это очень многое значит, потому что это мой первый, получается, важный документ. Но до этого это все было, ну, не всерьез, а сейчас, ну, получается, у меня есть какая-то ответственность. Уже полноправная гражданка России Анастасия Королькова признается, для нее наступил новый жизненный этап и прекрасная возможность попробовать свои силы в профессии дизайнера. Я занимаюсь батиком и хочу это развивать. Поступить в колледж. Поддержать Анастасию пришла ее дружная семья. Мама и два младших брата. Для меня, как для мамы, конечно, это очень волнительный день, потому что я понимаю всю ответственность, которая ложится на ребенка, когда она получает паспорт. Мне, конечно, очень приятно. Мы очень ждали, подготовили праздник, подготовили праздничный торт. Мы любим свою сестру, и мы рады, что она получила паспорт, потому что это очень ответственно. Торжественное вручение паспортов в муниципалитете стало уже доброй традицией. Ведь для ребят этот день превращается в настоящий праздник, который запомнится надолго. Наталья Буслаева, Алексей Астафуров, Ольга Садовская, Видное ТВ.